Наш добрый телеканал АТВ, Михалыч, говорим о погоде на 21 декабря. Как мало осталось. Все, кто нас смотрит, предновогоднего настроения. По республике в ближайшие сутки ожидается погода преимущественно без осадков. Небольшой снег ожидается лишь по Прибайкалью, днем местами поземка. Ветер восточный 3,8, днем в отдельных районах 9,14 метров в секунду. Температура воздуха, северные районы, это Курумкан, Яравна, ночью минус 31-36, по Муйскому району минус 37-42, это зима. Днем минус 19-25, местами до минус 31. Центральные районы, это Хоринский, Кижингинский, ночью минус 21-27, днем минус всего 13-18 мороза. Южные районы, Кяхта-Джида, ночью минус 20-26, по юго-западу местами до минус 30-35, днем минус 12-18. Какой перепад. Наша любимая столица без осадка. Ветер восточный, ночью слабый, днем 6-11 метров в секунду. Температура ночью 22-24, днем 15-17. Разве это мороз? На дорогах снежные накаты, атмосферным давлением ночью будет слабо расти, а до 730 миллиметров ртутного столба. Днем падать до 727 миллиметров ртутного столба. Крупный успех составляется из множества предусмотренных и обдуманных мелочей. И мы знаем, что в жизни нет мелочей. Все важно, чего вам желает АТВ и Михалыч. Будьте здоровы!